анонс и точная дата выхода 7 и 8 серии нового сериала «С кем поведешься». 7 и 8 серии сериала выйдут на телеканале 1+1 18 февраля. В новых сериях мы увидим, как интеллигентная и отзывчивая женщина по имени Марина живет счастливо. У нее есть полученное наследство от родителей квартира. Муж – надежный и сильный человек, к тому же состоятельный банкир. Женщина посвятила себя любимому мужчине. Ради него даже перестала общаться с друзьями и забросила попытки делать карьеру. Как-то ее любимый и единственный вызвал шок у героини, начав разговор о намерении расстаться. В итоге худший сценарий реализовался, разрыв отношений произошел. Обманутой и разочаровавшейся в жизни героине приходится свыкаться с одиночеством. Однажды произошло событие, изменившее впоследствии тусклую действительность. Одинокая женщина случайно сбила на автомобиле незнакомку, которую, как выяснилось вскоре, зовут Галина. Виновница ДТП вынуждена привести жертву к себе в гости, чтобы оказать помощь. Здоровью сшибленной машиной ничего не угрожало. Участницы аварии даже подружились. Галина узнала о несчастливой любви собеседницы и принялась помогать той в обустройстве личной жизни. При поисках любви подруга встретит немало сомнительных и странных ухажеров, наживут врагов и попытаются решить свои психологические проблемы. Галина нередко будет воспитывать Марину как собственную 17-летнюю дочь. Напомним, 7 и 8 серии сериала выйдут на телеканале 1+1 18 февраля. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.